Вот такая калинка заехала, универсал 2011 года. У меня друг хозяина данного автомобиля, он второй хозяин. Автомобиль из покрасов. Вот так она выглядит. Пыжики. Задние крыла нормально оставлю. Низ дверей, пороги, крылья буду пластмассовые ставить, если по зазорам подойдут. Вот капот. Вот такая вот печалька вот здесь вот. На заправке забыл шланг вытащить. И у него хлопнул вообще так плохо. Ну и чуть-чуть на хлопушке рыжий. Где подсветка. Салон черненький. Красивенькая машина. Я ездил, покупал ему, помогал искать машину. Покупали в Удмуртии. Ну вот, как видите, такие вот рыжики-пыжики. И вот здесь вот. Вчера загрунтовал, сегодня начну красить. Буду красить капот, вот эту вот дугу, багажничек и с той стороны, и с этой стороны внутренние двери, уголки. Завтра правую сторону и левую сторону. Уже заматывал, то есть грунт затер. Сейчас начну красить. И еще спойлер подготовил тоже к покраске. Цвет космос. Автомобиль готов. Сегодня заберет. Здесь вот спойлер лежит. Отполировал. Здесь бампер. Ну, такое короткое видео. Чем я занят был. Всем добра и мира.